Ребятушки, всем привет! Ой, какой неудачный ракурс, ну простите. Я пришла в нашу квартирочку, и, блин, здесь так пусто, так непривычно. Сегодня будем с вами делать уборочку генеральную нашей студии, в которой мы жили буквально несколько дней назад, но теперь больше не живем. Все подробности можно по ссылочкам в описании посмотреть. Ну, я не знаю даже с чего начать. Наверное, я начну с того, что отключу холодильник, чтобы он тут оттаял, и замочу, можно так сказать. В общем, средством обработаю плиту, чтобы все там отмокало, очищалось. И там уже будем смотреть. Сегодня в час еще придут чистить диван наш. Химчистка, сказали, что это затянется на час-два. И я не должна буду чем-то в это время заниматься, чтобы не просто сидеть, да, смотреть, как чистят. А, наверное, буду мыть на балконе. Так что балкон оставим на последочек и окна. А сейчас начнем с такого, с пыли, с холодильника. Знаете, если честно, не очень хочется начинать, потому что я представляю, как это сложно и долго. И так уже несколько дней прибираюсь там на новой квартире. Начала с того, что здесь вещи собирала. Короче, дел куча. Нужно, наверное, приступать. Ну, сейчас я вам покажу, как она выглядит до нашей с вами уборочки. Если вы тоже хотите получить небольшую мотивацию, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, вот так вот шкаф. Тут тоже нужно будет все полочки от пыли протереть, зеркало почистить. И вот так вот выглядит сейчас наша комнатка. Вообще все пусто. Помните, раньше у нас уже и здесь вещи были. Тут просто казалось-то, что все вещи распиханы, и у нас их мало. Но вот когда мы перевозили, оказалось, что оказывается много вещей. Ну, для кого-то, возможно, и то, что у нас мало, но для меня прям огромное количество, а теперь их тут нет. Посмотрите на это. Тут мне еще нужно будет кое-что забрать. Не знаю, у нас есть вот этот стол. Может быть, вместо того вот это вообще убрать или оставлять. Короче, не знаю. Возможно, еще придется мне и мебель чуть-чуть двигать. Но вот. Тут тоже все нужно протереть. Кстати, вот эти вот дощечки нужно будет не забыть выкинуть. Все, ребятки, начинаем. Thank you.
Так, я помыла холодильник. Морозилка пока размораживается. Сейчас еще полочки сюда поставлю. Здесь помыла плиту, там все внутри почистила. Сейчас вот тоже вот это вот протру и листик, и решетку положу. Микроволновку я еще не протирала, видите, тут следы. Но это еще нужно натереть. Тоже закрою, все, с этим покончено. А натерла еще вот эти из морозильника контейнеры. И я не знаю, что делать дальше. Дальше, наверное, пора пододвинуть вот этот вот диван, потому что скоро должен прийти мужчина на химчистку. И, блин, у меня садится батарея. Я очень надеюсь, что мне хватит, потому что я так периодически включаю, там 10-15 минут записываю, потом выключаю. Но зарядка у меня осталась в коляске, потому что я подумала, что мне все-таки хватит зарядки на камере, так как я вчера вечером полностью зарядила. Но если нет, то придется как-то записывать на телефон, но штатива для телефона у меня нет. Так что качество, возможно, в конце этого видео ухудшится. Ладно, не буду болтать, пойду дальше заниматься делами. Диван пока будет так, его здесь раздвинем и буду чистить, чтобы мне вот здесь вот был проход. Так как я буду, наверное, мыть балкон, когда придет этот человек. Я тут отодвинула холодильник, пока на запись не делала, потому что экономлю батареечку. И отодвигала плиту, там же тоже помыла плита, конечно, это было тяжеловато ее отодвинуть. Но с холодильником я справилась, сейчас... Что с моими? Я так запыхалась, даже нормально не могу говорить. Сейчас вот эту стенку еще от пыли протру и верну на место. И займусь вот этими вот двумя окнами, ну, точнее, дверью от балкона и окном, окном, потому что они находятся здесь. Чтобы сразу их помыть и уже не трогать в комнате. Ничего. Ну, конечно же, вот этот вот бардак нужно разобрать, протереть пыль. Блин, даже не знаю, в ящиках протирать или нет, потому что, в принципе, мы ими пользовались, я периодически это делала. Короче, не знаю. Если время останется, то все внутри попротираю, если нет, то только сверху все почищу, а там уже квартиранты дальше будут сами решать, где им мыть, что не мыть. Все равно, мне кажется, любой человек, который заезжает в новую квартиру, все равно перемывает под себя. Я тут немножечко еще собираю то, что нужно вынести из этой квартиры. И у меня тут целый мешок мусора. Я не понимаю, откуда, потому что мы вроде все выкидывали, все забирали. Но вот. О, кстати, нужно еще здесь скотч убрать и этот провод, потому что там от съемки заклеивали, чтобы он его не дергал. Так, здесь у меня банки. Это нужно Сережной маме отвезти. Вот это вот все вторсырье. Это я когда домой поеду. Завтра сдам в бак вместе с Сёмкой уже. Ну, вот эти вот бутылочки тоже туда. Мыльницу забираю с собой домой. И вот этот контейнер тоже забираю домой. У меня Сёмкин супчик оставался. И, в принципе, здесь практически все. Но нужно еще вот в этих вот двух ящиках протереть, потому что здесь грязи много почему-то. Но в этих вот нижних не буду, но, возможно, еще там под мусорным ведром. А мусорное ведро я тоже убрала сюда, потому что здесь тоже нужно помыть. Вон там еще тает лед. И в ванной останется. Тут всю сантехнику. Ну, это уже, думаю, что быстренько пройдет. Вот. На самом деле я очень устала. Это кошмар. Я что-то еще одела кофту. Нужно было, наверное, футболку одевать. Но вот не подумала я об этом, что мне будет жарко. Но да, жаришка такая есть. Thank you.
собираю роутер, Сережа попросил забрать. И у меня садится батарея, и оставшиеся кадры пойдут на телефон. Ребятки, простите, но вот так вот получилось. Я сегодня мать, которая забыла. Мужик, открыла ему домофон. Сейчас он пойдет, будет чистить диван, а я пойду мыть окна и потом ванную. И все, в принципе, я свободна. Надеюсь, что за 2 часа справлюсь. Почистили наш диванчик. Ну, вам, конечно, непонятно, потому что я до не снимала, но если вот вблизи присматриваться, он такой прям белый, свежий, но он сейчас сохнет. Сказали, что часов 8 вот так вот его в таком положении оставить, но я его соберу, потому что мне нужно переставить его обратно, плюс мне нужно еще вот этот стол переставить, мне нужно сделать фотографии, и мне в ванной, кстати, что я делала, пока этот мужчина был тут, в ванной я ничего не успела особо, только помыла корзину, на балконе я вымыла все окна, ну это вы видели, и переставила вот туда вот наш стол, и, кстати, я только помыла окна, и у нас пошел дождь, класс. Сейчас мне нужно убрать мусор, будет отсюда. Нужно будет стол занести в квартиру, и здесь нужно пропылесосить и помыть. Отдала я за эту чистку 1200 за наш диван. Ну, мне кажется, это неплохая цена. Это средняя, наверное, из того, что я видела. Но я особо не искала, 4 примера только посмотрела, и все. Но этот мужчина, он живет в нашем районе и сам занимается. 1200, еще раз скажу, да, я же не сказала, по-моему. Так непривычно просто на телефон записывать, я уже привыкла с камерой своей разговаривать, а на телефон вообще другое. И простите, что мало снимаю на телефон, потому что неудобно ставить камеру, у меня нет штатива с собой, и приходится как-то изгаляться, там, не знаю, подпирать чем-нибудь еще, и сейчас я, наверное, уже мало буду чего снимать, буду только уже по факту говорить, что я сделала. Вот, переставляем с вами диванчик. Сережа с Семкой поспали. Ну, Сем поспал. Покушали, и уже скоро тоже будут выдвигаться сюда, потому что мы отдадим Семку моей маме. Это, наверное, последний, ну, крайний раз за месяц, потому что мама и так уже 4 раза, по-моему, с Семой сидела.
Нет, три. Два раза мы возили. Вот сегодня третья будет сидеть. Она тоже устала. Она работает. Много работы сейчас. И мне как-то, я вам уже говорила, что чувствую себя неловко, когда отдаю свою ответственность другому человеку. Вот. Но мы сейчас живем рядом с Сережными родителями, поэтому теперь Сёма будет видеться со своей второй бабушкой почаще. А так они жили от нас очень далеко, и мы редко виделись. Все, ни слова больше. А, нет, говорю, я сейчас пойду съем булочку, потому что я сидела в ванной, там мыла эту, как называется-то, ведро для мусора, и чувствую просто резкий голод. Знаете, вот такое, когда ты занят какой-то работой, и ты не замечаешь голода, а потом ты останавливаешься и понимаешь, господи, я сейчас слона съем. Вот у меня сейчас такое чувство, пошла я перекушу. Быстренько покажу вам, как будет выглядеть наша квартира в окончательном варианте. Кухня, ну тут все, знаете, думаю, тут объяснять не нужно. Поставила стол, стол вот сюда переставил. Если квартирантам он не нужен будет, то мы его уберем. И диванчик. На балконе все так оставили стол, тоже дополнительный, вдруг понадобится, и вентилятор. И вот все, сейчас вот эти две дощечки заберу выкинуть, плюс еще вот этот вот мешок нужно выкинуть. Так, здесь мы, главное, что оставили, не оставили. Ага. Вот эту надо сюда поставить. Решила все-таки вот эту штуку здесь оставлять, потому что там негде пихать в новой квартире. Пусть пока что будет. Не будут пользоваться, не будут. Так, на всякий случай. Все выдергиваю из розеток. Но я еще электричество и воду полностью выключу. И нужно будет списать показания счетчиков. И я это сделаю прямо сейчас, чтобы не забыть. Вот так вот будет выглядеть наша квартирка, и все так пусто, непривычно, непонятно. Но что есть? Ладно, пойду выносить мусор, а то осталось уже у меня мало совсем времени. Сережа с Семой уже едут. Ну, а я надеюсь, что вы хоть немножечко замотивировались на уборку, хотя мне не удалось передать все, как хотела, из-за того, что батарейка меня подвела, точнее, моя память подвела взять с собой зарядку. Но я все равно надеюсь, то, что вам понравилось это видео, то, что вы замотивировались на уборочку. Ну, а я вас всех люблю. Целую, всем пока-пока.